Рынок смартфонов в Китае очень насыщен, и выбрать среди множества моделей самые лучшие по соотношению цена-качество весьма непросто. Составляя этот своеобразный топ-5, мы учитывали множество факторов. Среди критериев наиболее важными можно считать количество продаж на AliExpress, сбалансированность характеристик и, конечно же, адекватный ценник. В любом случае, данный ролик – это субъективное мнение, с которым вы имеете полное право не согласиться. Обзор начнем в порядке убывания цены – от дорогих к дешевым. Поехали! Смартфон OnePlus One. Настоящий хит продаж второй половины 2014 года. Смартфон наделал немало шума задолго до своего выхода на рынок. Перед нами мощнейший аппарат с 3 ГБ оперативной памяти, 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц и мощным графическим чипом Adreno 330. Также смарт может похвастать прекрасным дисплеем с разрешением Full HD и диагональю 5,5 дюймов. Есть поддержка сетей 4G, модуль NFC, отличная 13-мегапиксельная основная камера с двойной вспышкой и лицевая камера на 5 мегапикселей. Поддержка карт памяти отсутствует. Но нужны ли они, если в продаже присутствуют версии OnePlus One с 16 и 64 ГБ пользовательской памяти на борту? Емкость аккумулятора составила 3100 мАч. Ни один раскрученный бренд типа Samsung, Sony, HTC и других не сможет вам предложить за аналогичные деньги ничего подобного. Перед нами смартфон с топовыми характеристиками, стоит который в Китае от 350 до 420 долларов, в зависимости от объема встроенной памяти. Ценник по состоянию на конец 2014 года. THL 5000. В названии модели зашифрована и главная ее фишка – емкость аккумулятора. Да-да, здесь установлена батарея на 5000 мАч. И этот смарт наверняка заставит забыть о таскании зарядного устройства в кармане даже самых активных пользователей. Автономность THL 5000 – одна из лучших сегодня на рынке смартфонов. Остальные характеристики аппарата также не могут не радовать. 8-ядерный процессор MediaTek MT6592 с частотой 2 ГГц, графический чип Mali 400MP, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ пользовательской памяти с возможностью расширения картами microSD. Ну что еще можно пожелать? Разве что качественный экран, так и он здесь присутствует. Диагональ дисплея 5 дюймов, разрешение 1920 на 1080 при плотности пикселей 441 ppi. На борту есть чип NFC, реализована поддержка функций OTG, достойна похвалы и основная 13-мегапиксельная камера. Здесь используется сенсор Sony IMX135. Фронтальная 5-мегапиксельная камера позволяет не только болтать по скайпу, но и делать достойные по качеству селфи. THL 5000 получился сбалансированным и приятным во всех отношениях смартфоном с прекрасной автономностью. Его можно рекомендовать к покупке всем тем, кто хочет за адекватные деньги приобрести мощный и долгоиграющий смарт. На AliExpress его можно купить за 250 долларов. Xiaomi Redmi Note. Бренд Xiaomi мало известен отечественным пользователям. Но в Китае он уже давно вышел в лиде, поэтому мы просто не могли проигнорировать данный бренд в нашем топ-5. Тем более, что в линейке смартфонов от Xiaomi есть такая интересная модель, как Redmi Note. Данная модель продается в двух вариантах. Есть версия с 4-ядерным процессором Qualcomm MSM8928 с поддержкой сетей 4G и одним слотом для сим-карты. Вторая версия имеет на борту 8-ядерный процессор MTK6592, два слота под сим-карты и может работать в 3G, но без поддержки 4G. Обе версии Redmi Note имеют 2 ГБ оперативной и 8 ГБ пользовательской памяти, плюс слот под карты памяти. Дисплей здесь базируется на IPS-матрице, имеет диагональ 5,5 дюймов и разрешение 1280 на 720. Основная камера имеет 13-мегапиксельный сенсор и широкоугольную оптику. Фронтальная камера на 5 мегапикселей. Емкость аккумулятора также достаточно. Здесь стоит батарея на 3100 мАч. Он подойдет людям, находящимся в поиске стильного смартфона с большим экраном и хорошей производительностью. Цена на Xiaomi Redmi Note у продавцов на AliExpress варьируется в пределах 180-240 долларов в зависимости от версии. Lenovo S660 и S668T. Ну как же без Lenovo? Модель S660 идеально подойдет людям, которые нуждаются в современном смартфоне с приличной производительностью, отличной автономностью, сравнительно компактными размерами и низкой ценой. S660 практически не имеет слабых мест. Здесь и солидная батарея на 3000 мАч, и проверенный временем 4-ядерный процессор MediaTek MTK6582, и 1 ГБ оперативки плюс 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти. 8-мегапиксельная камера с мощной вспышкой позволяет делать приличные снимки. Есть и фронтальная камера, пусть и самая простенькая. Смартфон имеет сравнительно компактный размер, и его нельзя назвать лопатой. Все это благодаря IPS-дисплею с диагональю 4,7 дюйма. Именно такой экран идеально подойдет для большинства пользователей, не желающих мириться с тенденцией увеличения размеров экранов, следствием чего является и увеличение размеров корпуса смартфонов.
Отдельно стоит сказать и о модификации S668T, которая выпускается для китайского рынка и является полным аналогом S660. Разница лишь в том, что S668T не умеет работать в наших сетях 3G. Учитывая то, что 3G сетями пользуются далеко не все россияне, а в Украине покрытие 3G отсутствует в большинстве населенных пунктов, мы смело можем рекомендовать покупки S668T, ведь он стоит на AliExpress всего $105-110, а это просто сказочная цена для такого приятного во всех отношениях смартфона. GU G2F. Самый бюджетный смартфон в нашем топ-5 лучших китайских смартфонов. Конечно, в Китае можно найти модели и дешевле, но мы все-таки отдали предпочтение именно G2F от GU. Вследствие того, что у данного аппарата имеется большое комьюнити в Рунете, плюс к этому он имеет отличное соотношение цена-качество. А именно этот критерий мы ставим на первое место в этом топе. В продажу можно встретить версии как с поддержкой 3G, так и без нее. Разница в цене между ними примерно $10. GU G2F работает на 4-ядерном процессоре MT6582M с частотой 1,3 ГГц и видеочипом Mali 400MP. Оперативной памяти 1 ГБ, постоянной памяти 4 ГБ с возможностью установки карт памяти. Такое железо позволяет смартфону легко справляться со всеми стандартными задачами, которые обычно ставит среднестатистический пользователь перед смартфоном. Дисплей с диагональю 4,3 дюйма построен на IPS-матрице с разрешением 854 на 480 точек и защищен закаленным стеклом. Качество картинки он демонстрирует весьма приличное. Основная камера 8-мегапиксельная с BSI-сенсором, автофокусом и вспышкой. Демонстрирует очень приличное качество снимков для этого ценового сегмента. Есть и 2-мегапиксельная фронтальная камера. Аккумулятор на 2200 мАч вполне достаточно для данных характеристик. Как видите, смарт сбалансирован по всем фронтам, благодаря чему его можно смело советовать к приобретению. Как вы понимаете, все представленные в этом обзоре смартфоны работают на базе операционной системы Android. Да, есть и другие достойные китайские модели, многие из которых достойны попасть в рейтинг лучших, но топ-5 не резиновый. Все вышеперечисленные модели показались нам наиболее сбалансированными и имеющими идеальное сочетание цена-качество.